И всем привет, с вами Эдуки и Владос. Ребят, я хочу вам посоветовать своего друга канала Владоса. Смотрите ним, а мы, ребят, начнем. Все, ребят. Ой. Мне, ребят, кое-что произошло. Да. И я просто меня такой... Я сейчас, ребят, покажу. Нет... Модератор Итекис или кто там меня просто начал заспамнивать и убивать, но я его, ребят, начал убить. Короче, можешь быть мой... Ой! Вот он! Вот этот топчик! Он открывает твои сундуки! Погоди, ща! Он берет твой лут! Владос, он берет твой лут. Чё он... Владос, сори. Владоса дома нет больше. Возьми. Владос, на сори, твоего дома, мне кажется, больше нет. Ну почему не Гриффит? У них же лучше. Давай, я могу тебе, я же тебя вижу. Я его, Владос, просто убил. Я просто машина. Ты закрой, если что, туннель. Короче. Что, ребят? Все хорошо. Здесь я просто вот это. Просто тут все ложу. Самое главное, что он нас не нашел. Если он сейчас нас найдет, то все у нас будет. Владос, короче, это пока мне. О, нет, он здесь! Нет. Владос, ты пока мне сейчас тебя убьет. Не. Все хорошо. Хорошо. Владос, он сломал все. Ты пока мне. Он блок сломал. Владос. Пожалуйста, не бери. Ты пока мне. Владос. Он берет наши мечи. Иди отсюда. Крыса. Пошел отсюда. Нет. Владос. Все, ребят, мы потеряли все резы. Я просто, ребят... Все. Меня в тюрьму посадили. Опять. Хом. На 10 часов. Владос, короче, иди ко мне. Ребят, я буду жаловаться просто. Так, ребят, что я сделал? Так, он нашел наш тюрьмик. Он меня заспамил и хотел меня убить. Я его убил, потом он все наши ресурсы сломал, да, и потом меня в тюрьму на 10 часов. Владос, иди, короче, в тюрьму. Ребят, это, знаешь, это, ребят, я уже третий раз в тюрьме сегодня. Третий раз.
Зло, сиди в тюрьму, короче. Не, ребят, ну это тоже нечестно. Почему он просто меня заспамнил, и просто у него были бесконечные темы, и просто он меня убивал? Я просто не понимаю, уже третий раз за сегодня. Так, что я сделал? Я был еще вчера, там меня посадил один раз. Так, было вот так. Я построил дом, прошел владелец, сломал. Второй раз мы там играли с этим Владосом, меня опять в тюрьму посадили. Третий раз, где сейчас? Мы просто играли, у нас напал какой-то модератор, хотел меня убить, я его убил, и я в тюрьме оказался, и у нас больше нет лута. Это классно. Ребят, я сейчас... Да опять же! Все, пиздец. Все, ребят, я... Ой. Мы, ребят, я сейчас вернусь. Поехали. А, все, ребят, я позвал друга. Вот, то есть, иди, где тюрьма? Я позвал друга, он, наверное, меня выпустит. Что произошло? А, меня вообще кикнули? Так. Вы были кикнуты... Стоп. Погодите. Вы были кикнуты из сервера, потому что вы плохо себя вели. Вот, был черный экран. О, черный экран был. Круто. Я просто, ребят, если, ребят, вы смотрите это видео, пожалуйста, CSGO Craft, пожалуйста. Хорошо? Ну, а что? С вами был я, Адуки, и Владос, значит, и...